49-летний мужчина оказался под колесами ВАЗа-13 модели. Водитель отечественной легковушки заявил сотрудникам автоинспекции, что пешехода он не сбивал. Не видели, что ли, его? Или он как, он лежал? На дороге он лежал. А вы не заметили, да? Нет. Водители, проезжающие по этой дороге несколькими минутами ранее, версию мужчины считают правдоподобной. Буквально в этом месте заметил, машина аварийку включила. Я остановился. Парами смотрю, под машиной кто-то лежит. Думал, собака. Оказалось, что человек остановился, помог ему вытащить. Тут еще был другой водитель, он говорил то, что он посередине шел. Я, он его чуть не сбил. И потом, упал. Я пока, разворачивался, этот уже наехал на меня. Очевидцы происшествия бросились оказывать первую помощь пострадавшему пешеходу. Однако мужчина уже не дышал. Эльвира Ермакова, Валентин Кулагин, эфир 24. Рэй Донован. С понедельника по четверг. Премьера на телеканале «Эфир».